Здравствуйте, это канал Максимадзе, и остался всего лишь один день до выхода игры GTA The Trilogy The Definitive Edition. И рокстаровцы выложили, короче, несколько гивок у себя в аккаунтах. В Инстаграме там вроде еще где-то. Но и я, честно говоря, не знаю. Ну вот... И там в этих гифках показаны некоторые катсцены. И давайте на них посмотрим. Вообще, вот я что находил вот на Ютубе, что выложили, там все в отвратительном качестве, ну понятно, потому что гифки. Но я нашел одно видео, где в хорошем качестве, прям Full HD. И давайте посмотрим на них. Давайте посмотрим и анализируем, так сказать. Да, это та самая фраза, которая стала недавно совсем мемом. Во, смотрите, смотрите. Каким стал дом Си-Джея? Смотрите, он стал светлым, очень светлым. Прям вот реально, как из реальной жизни, смотрите. Вот он такой светлый теперь, а раньше он такой темноватенький немного был. Телевизор. Вроде выглядит реалистично, вот эта полоска, конечно, не совсем. Картины другие. Сейчас вы узнаете тоже. Так, это райдер. Дом райдера тоже освещен. Как вы видите, тут появились тени. Реалистичный дым из-за сигареты. Правда, вот эта вот куртка райдера выглядит так, как будто она из кожи. Так, это до Сан-Фьеро где-то в... Это миссия, где гонка была, короче. Вот так вот светится фонарь, выглядит очень красиво. Бочка очень реалистично выглядит, стульчик, вот этот гараж и так далее. Ночь классная, все отлично. Это дом свита, только вот здесь какой-то свет ярко. А, это из-за вот этих ламп, наверное. Из-за вот этих ламп, ну, тогда все, претензий снимаю. Все выглядит красиво. Так, секунду, а это что за черносвин был? Вот это что такое? Непонятно. Блин, всегда вот этот момент любил в этой игре. Смотрите, картинка вот эта другая. Здесь была картинка Свита и Кендалл в других костюмах, а теперь тут вообще непонятно что. Странно, в общем, немного вот это, да. Но обои, дом Си-Джея реально классно выглядит, прям вот вообще классно. Ну, персонажи, конечно, мультяшные, как вы видите. Вон, штаны у Си-Джея по-прежнему нереалистичные. Вот, здесь это видно особенно. Да, рожа у персонажа, как вы видите, тоже мультяшные. Здесь, вот, дом райдера реально освещен. Дом райдера вообще в оригинале темный какой-то был. А здесь, вон, смотрите, вообще он светлый стал. Здесь мы видим офицера Тенпенни, но его видно не очень хорошо. Но, впрочем, завтра уже мы узнаем, как выглядят все. Вот, снова дом Си-Джея, вот свет из окна. И, блин, господи, мне вообще нравится, как выглядит дом. Он вообще такой светлый прям стал. Так, это уже Вай-Сити пошел. Вот это та самая катсцена, где была сделка, вот первая. Рикардо Диас вот здесь мы видим. И вот здесь вот надпись ЗЧС. Это название миссии, насколько я понял. И теперь оно пишется таким вот шрифтом, как и на GTA 5 похоже. Дом Диаса тоже очень хорошо освещен. Прям реально дворец какой-то прям. Реально. А вот это тоже он. Здесь мы видим Сони Форелли и Лэнса Вэнса. Наконец-то я узнал, как будет Сони Форелли здесь выглядеть. Лицо неплохо довольно-таки проработано. Но вот рубашка стала более детализированная вообще прям. Но она все равно стала меньше напоминать ту рубашку, которая была в оригинале. Но в оригинале рубашка там была такая со смешанными цветами, так что никаких претензий тут все равно не предъявляю. Это финальная миссия была, кстати. Так, ну-ка давайте посмотрим. Ну, приставка тоже, кстати, проработана. Телевизор тоже проработанный. Диван, бутылки, все. Мне нравится.
О, вот, офис Кена Розенберга, он тоже выглядит классно. Прям реально классно. Да, это название миссии. Джури Фурия. Я помню, была такая миссия с названием Джури Фурия. О, а вот Томми гораздо реалистичнее выглядит, чем CJ. Да, реально, офис классный. Офис классный, прям просто обалдеть. Дальше что у нас? Так, это Кортес. Тоже стал реалистичнее. Так, это Сальваторе. Это мы уже видели. Так, это троечка уже. Так, и вот Каталина вот уже изменилась. Видите, прическа стала закрывать глаз. Немного странновато. Ну что ж, такое вот было видео. Реально много всего классного. Геймплей нам так и не показали, нифига не показали, как тут стрельба происходит, езда на автомобиле и так далее. Но, впрочем, не важно уже. Мы это все уже узнаем с вами завтра. Завтра вечером, скорее всего. Так что ждем. В принципе, все, что показали в этом видео, мне все понравилось. На этом все. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте и ждем обязательно выхода GTA The Trilogy. Всем пока.